К миру в Украине призвали не только иерархи православных церквей, но и вот Папа Римский Франциск. Он сегодня молился о том, чтобы остановить войны. И большие, и маленькие, и давние, и новые. Ну и особо вспомнил об Украине. Осияй и вдохнови усилия и установление мира в Украине. Пусть все заинтересованные стороны при поддержке международного сообщества воспользуются каждым случаем, чтобы предотвратить насилие и строить будущее в Украине в духе единства и диалога, чтобы они как братья могли говорить «Христос воскрес вместе». Просим Тебя, Господи, победи эту смерть.